Всем привет, меня зовут Макс Леников, это мое второе видео новое. Кто не подписан, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, пишите комменты. Как бы вот так вот приехал я снова на татуху, только уже себе, не кому-то. Так что приятного просмотра. Сейчас приехал на такси к мастеру по адресу Тарасовский въезд, не буду говорить какой дом. И приехал на раньше им 20 минут. Теперь придется ждать. Как-то вот так. Всем привет, короче. Приехал уже к мастеру Игорь Модову. Сейчас будем на руке колоть пару наколок. Сейчас сделаем как вы. Всем привет. Да, это будет обзор бритвы. А вы думали, почему у меня такая? А если серьезно, я не выбрал тему парень, а я как та стенографистка фильмов записывала все впечатления. Тем более, что каждый раз после использования она возвращалась ко мне на рабочий стол на твоем. А это вообще реклама, по-моему. Как раз перекроем эту, да? Угу. Наконец-то. Ты меня постоянно на работе заебывают. Да, там пару точечек может где-то останется, а так вообще да, должно перекрыться. Да, место, конечно, пиздец, блядь, мне кажется. Орать буду, блядь. Пока нормально. Победа наша! Дойче Солдаты!
победа наша! Рэп дерьмо, попса, параша, панки хой! Победа наша! Deutsche Soldaten, немецкие танки, und Porsche sein, русские панки. Deutsche Soldaten, меня хоть танков, Гитлер капут, буду панков. Рэп дерьмо, попса, параша, панки хой, победа наша. Рэп дерьмо, попса, параша, панки хой, победа наша. Набили мы уже контур черепа. Сейчас будет закрас. Стильно все. Еще вторую татуху. Ну что, одна татуха готова. На изъебе, конечно, такое не особо приятно. А вот следующее место, мне кажется, пиздец будет полный. Потому что следующую татуху будем бить еще на болючем месте. Как-то так. Ну шо, вторую татуху колю. Да. Черепа не было на шляпе. Ну, из центра начинаешь, из центра и все не знаю, может закладывать? Типа уже последние остались, когда там последние пару цветов будет хорошо. Да. Ну, ну, из-за того, что типа кожа раздражённая будет. Ну, да, что в этом будет. Ну, так. Я думал, пиздец, как это будет, а пока... Да, вообще, пиздец, лишний. Нет, просто не зря выставил, чуть ли побечали сразу, понял? Не, ну я сколько стрел видосов в интернете, там пиздец, вот эти места. Изгиб, бицепс, там, блядь, аж рук в видосе. Ну да. Ну, на бицепсе, на самом деле, неприятно.
у мене не було такого, що тебе морали. Люди приходять, типа такі, больно буде, я говорю, ну да, не дискутерно больно. Они такі, ну ок. І що то ти смотриш, вони там перші пару минут. А потом привыкают, но нету такого, что прям дергает. Но опять же, это от людей зависит. Бывают такие чуваки, что ты руку ходишь, но они дергаются, но типа внизу где-то. Такое на моей практике тоже случалось. Я вот просто когда, опять же, те же коленки, ну это пока, наверное, одно из самых, блядь, реально больных того, что я делал, в плане. Ну, если учитывать то, что я еще и обезболился при этом. Я, ну, встался, понял, подгнал немного перед сеансом, такой вот последний момент, там, перевели, я такой, и как-то настраивался, я думаю, блядь, оно всегда так настраивается, что будет пиздец больно. А потом оно не больно, и ты, ну, вроде нормально выглядит. Ебать, оно шикарно, ну, у него первый раз он еще везет. Дури вот так, будет сидеть. И на дуре, ну, лучше не остановилось, не было такого, что там только будет. Это у меня первый был, когда я это услышал. Я только что сделал, коробка там больно, и все остальное. Я такой думаю, ну бля, сейчас не будет. Ну конечно. Да, когда я бухаю на шансы, не помню. Да, я спил, он был. Да? Ну да, это не Да. Да, у сестры муж был. Он был кадр, да, и как-то хороший, нашел бы. Я подожду, просто делал, потому что я буду, и вчера будет. Вчера дал тебе каждые 5 минут, потом, блядь, мне нравится привет, блядь. И как сильно, блядь, это ты мне придумал, что ты обещал, что ты 16, ты мне прикатишь, что ты прикатишь, что ты А у меня раньше как было? То есть у меня тут деньги надо либо в этот день потратить, либо в следующий. У меня такое горение, блядь. Это сейчас я уже более-менее начал, ну, блядь, что... Ну, его нахуй, я лучше, блядь, подожду, да, и сделаю качественно и нормально, чем, блядь, кто-то... Ну, ко мне и проблем сейчас записаться, только нет. Ну, надо там лучше не делать, да, там лучше. Короче, добили, у меня уже 2 татухи. Извиняюсь очень сильно, то, что не успел записать концовку, так как я вызвал такси, и машина почти сразу приехала ко мне, не было времени записывать. Ну и у мастера свои дела были, он тоже по-быстрому собрался, и мы уехали, как бы, ну, разошлись наши пути. Так что, извините, конечно, но не получилось концовку записать. Татухи уже сделали, уже замотали меня, так что, как-то так.
Сейчас иду в аптеку за мазью Бепантен Плюс для заживления татухи. Пару татухов, точнее сказать. А то как-то без заживления такое себе. Чтобы не повыпадал ни контур, ничего. Ну что, ребята, купила, короче, мазь в аптеке Бепантен Плюс. Сейчас как раз на него скидка, мне повезло. Так он стоит 130 гривен, я заплатил 103 гривны. Как бы купил мазь Бепантен, сейчас буду перематываться, мазать татуху, промывать, заматываться в пеленку. Ну, все как обычно, если вам интересно, конечно, покажу. Ну, а что я хотел заранее вам сказать, попрощаться в этом видосе, как бы он уже движется к концу, да, уже 8 часов, я в 3 татуху набивал, как-то вот так вот. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента.